Привет! Начинаем нашу тренировку! Встаньте, расставив стопы, как Милана. Выполняйте движения руками, как Милана. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Согните руки и выполняйте ими движения, как Милана. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Встаньте на носки левой ноги. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, расставив стопы, как Милана. Выполняйте движения руками вверх-вниз, как Милана. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Сожмите обе руки в кулак. Выполняйте движение руками вверх и вниз. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Поочередно поднимайте каждую ногу.
как Милана. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Двигайте туловищем и руками, как Милана. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, расставив стопы, как Милана. Выполняйте круговые движения одной рукой, как Милана. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимайте руки вверх, выполняя движение, как Милана. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Приседайте легкими движениями.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, расставив стопы, как Милана. Выполняйте движение рукой вверх и вниз. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Перенесите вес на левую ногу, поднимая правое колено вверх. Касайтесь его правой рукой, как Милана. Повторяйте движение дважды. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Выполняйте движение руками вверх-вниз, как Милана. Приподнимайте правое колено вверх. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы.
Выполняйте движения руками, как Милана. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Касайтесь пола только пальцами ног. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Выполняйте махи правой рукой. Немного согните колени. Напрягите мышцы пресса и верните таз в исходное положение, не выгибая спину. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Подтягивайте правое колено к груди. Выполняйте движение руками, как Милана. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Приподнимайте руки и заводите их за спину. Немного согните колени.
Напрягая мышцы пресса, возвращайте таз в исходное положение, не отклоняя его назад. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Ура! Тренировка закончена! Я вас поздравляю! Вы супер и можете гордиться собой! Нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующей тренировке. Это поможет вам реже пропускать и чаще тренироваться. До следующей тренировки! Пока!